на ваших океанах, да будет свет на ваших кораблях, да растворятся хладные туманы, и встретит вас сиренями земля. Наливаем. Да будет мир и праздник в доме вашем, и свежий ветер в ваших парусах, и до краев всегда налита чаша, и только ваше время на часах. А вашим птицам вниз не опускаться, а наших стрел не тратить на пустяк, а добрым снам и сниться, и сбываться. Да будет так, да будет так, и пусть покой сойдет на нашу пристань, и отведу, друзья, от вас беду. Да будет так, и ныне же, и присно, и все 12 месяцев в году, и все 12 месяцев в году, и все 12 месяцев в году. Хлопаем. И все 12 месяцев в году, и все 12 месяцев в году. Да будет так. Женя, с днем рождения. И немедленно выпили. Ребята, а вы горнолыжники, да, если я правильно понимаю? Точно. Ну, нормально. Значит, тогда делаем так, братцы. Давайте, чтобы было все правильно. Правильно, это значит, чтобы всем было хорошо. Первое деление. Я покажу свои новые работы. Что-то новое, может быть, вам понравится, может быть, нет. А второе деление, это будет называться концерт по заявкам. Я положу листочек с бумажкой. Если вы хотите что-то услышать, если вы помните что-то из моего бессмертного творчества, напишите, я это дело сразу спать. С учетом того, что здесь собрались люди, представляющие еще одну часть моей жизни, это галыжи, вот, которыми я занимаюсь уже, слава богу, 26 лет, то, конечно, галыжи прозвучат. Вот. И... вот. Ну, а поскольку все-таки день рождения... А второй день рождения у кого, Жень? Андрей. Андрей тоже военный, да? Нет, запас. Запас, да. А у Людмилы? Давайте вторую дадать. Людочка, за вас встаньте, пожалуйста. Давайте мы на вас посмотрим. Вот, спасибо вам большое, что вы... Давайте поаплодируем этой женщине. Замечательно. Ура! 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 Да, спасибо. Вот пришла моя жена Екатерина Львовна. Люда! Для вас... Я спою песню, которая была написана в 1982 году, когда я в звании лейтенанта прибыл для прохождения службы в одну секретную подмосковную часть. И вы знаете, Люда, все, что я хотел сказать вот за 33 года безупречной службы о женщинах в этой песне, вы знаете, я хочу вам, не знаю, я вас не знаю, но поскольку вы друг моих друзей, я верю, что вот замечательный человек, и это будет сейчас только для вас, конечно. Живущих мелко, бестолково и не строго, все по течению привыкших больше плыть. Нас любят женщины и, братцы, слава Богу, что кто-то есть, кому нас хочется любить. Как редко радуем мы чем-нибудь хорошим, мы наших ангелов небесных, наших жен. Они живут воспоминаниями о прошлом. Муж слишком сильно настоящим окружен. Он все торопится, спешит куда-то вечно. И если есть, конечно, Бог, так пусть вас даст.
как у вас не гаснет эта тоненькая свечка любви и веры в непутевых жутко нас. Как часто мы ее все колебали пламя по настроению плохого полосе, как часто от нее мы занимались сами под злыми ветрами угаснувши совсем. Заботы важные нас наждаком мотали, стирая до крови и раня глубоко. Мы вновь потерянные силы обретали под вашей теплой внимательной рукой. Наши коварные и выстрелы шальные, самих себя мы с вами сможем превозмочь. Спасибо, женщины, спасибо вам, родные, спасибо, мать, жена, сестра, подруга, дочь, живущих мелко, бестолково и не строго, все по течению привыкших больше плыть. Нас любят женщины и братцы, слава Богу, что кто-то есть, кому нас хочется любить, что кто-то есть, кому нас хочется любить, что кто-то есть, кому нас хочется любить. Спасибо, женщины. С днем рождения! И немедленно выпили. Ну и, дорогие друзья, третий день рождения. Андрей. Уважаемый Андрей. Старший лейтенант. Уже капитан уже? Уже капитан, я думаю, да. Я думаю, что будет правильно, если вот, вы знаете, вы простите меня за бумажки, к сожалению, не часто приходится петь свои песни. Я хочу вам пожелать тоже хорошего настроения. Вот при длительном осмысливании своей жизни я пришел к такому нехитрому выводу, что это самое главное. Мне повезло с друзьями, у меня спецназеры есть, которые вот бегали в Афгане с автоматами, которых выбрасывали за 200 километров от пункта постоянной дислокации, где их просто в плен не брали. Поэтому они все войны свои выигрывали. И когда был Беслан, очень все переживали, они говорят: «Миша, а что ты дергаешься? Мы все там будем, рано или поздно. Ты подумай, вот смотри, как здорово, ты красивый, молодой, 20 лет, бах, и все. И тебя с почестями друзья там поминают, мама и все так. Или ты лежишь в кровати в окружении сопливых родственников, которые думают, когда же, черт, он нас покинет». И вот, когда я начал об этом думать всерьез, не просто «здрасте», я пришел к выводу, что главное, ребята, в нашей жизни все-таки настроение. И вот горные лыжи, и армия, и песни – это то, что как раз и создает нормальную жизнь. Все остальное мы сделаем. Мы займем, мы выстругаем, мы в конце концов стащим, а потом вернем на место, поставим, даже лучше будет. Главное, я вам желаю хорошего настроения. Ладно, не будем о грустном, оно нас отыщет само. Посмотрит товарищем Рустом из зеркала в старом трюмо. Развяжет красивые лыки, цветастый разгонит дым, и станет морщины тыкать обкусанным пальцем своим. Хлопаем! Не торопясь! Припомнит детишек балбесов, что завтрашний день всей страны покажет тебе брат Дантеса с лицом любимой жены.
засветит зловещие числа. Остаток наличных рублей, не все хлопают, и скажет с лицом министра: долги отдавай скорей, мама, не горюй, все еще наладится. Будет месяц май сменою любому февралю. Я вам говорю, все же будет пятница, все же будет день, мама, не горюй. Мама, не горюй, не будем менять убеждения согласно течению мод. Ведь будет у нас день рождения и будет у нас Новый год. Поднимем цветное убранство на вымпелы нового дня, свободу души и пространства никто не сумеет отнять. Мама, не горюй, все хлопаем, все еще наладится, будет месяц май сменою любому февралю. Я вам говорю, ребята, все же будет пятница, я вам говорю, и все вместе. Мама, не горюй, папа, не горюй, Ваня, не горюй, мама, не горюй, Похлопали. Молодцы. Вот такая у нас сегодня, Витя, свадьба практически. Я бы даже сказал, не громко ли вам, дорогие друзья? Не перекрикиваю ли я ваши мысли? Я понял, что главное в нашем деле не петь громче мысли этих своих слушателей, потому что тогда они грустят, скукоживаются, и им становится неинтересно. Так, теперь, поскольку торжественная часть закончена, я позволю себе снять верхнюю часть одежды. Дорогие горнолыжники, помогите мне, пожалуйста, потому что я самостоятельно не смогу. Я сейчас упаду, разобью голову, гитару бог снять, голову жал. Наоборот, голову бог, гитару жал. Спасибо. Повесь ее, пожалуйста, туда. Ну, дорогие друзья. Я бы хотел, чтобы вы... Я бы хотел, чтобы вы меня поняли правильно. Но поскольку вот офицеры, военные и серьезная часть все-таки в начале, я привык, что в начале торжественной части, в начале всего должна быть торжественная часть. Я еще одну часть серьезную песню спою, посвященную... Посвященную все-таки, Жень, нашей с тобой прекрасной жизни. И похвастаюсь, естественно, я же не могу не хвастаться, что вот, кстати, военный, я вспомнил одну историю, с военным было. В начале эпохи компьютеров, большой зал военный, там, значит, стоят столы, на столах написано «Боевой пост номер 1, 2, 3, 4, 5, стоят компьютеры». Заводят кучу военных, там, кто в лампасах, кто без, они расходятся по боевым постам, учение начинается. И дальше по громкой связи говорят: боевым постам доложите готовности к началу учений. Значит, мужчина в лампасах мечется, куда доложить, зал большой, хватает мышь, и мышь докладывает: боевой пост номер 15 к учению готов. И генерал сидит: что ты мне принес заявку? Заявку принесли на МТО. Что ты мне принес? Коврик для мыши. Ты бы мне еще тапочки для тараканов принес. Вот. Песня, которая стала лауреатом на фестивале имени Валерия Грушина в 2002 году, куда я попал первый раз в жизни проводить военные сцены. И случайно, в общем-то, волей судеб стала эта песня там лауреатом. Я ее, Жень, вам, всем, кто здесь, ребята, все равно мы победим. Гитарку добавь, Вань. Я был кокардой, каской и плюмажем, я ложкой был в позавчерашних щах. Я разгребал чернобыльскую сажу и Белый дом то брал, то защищал. Входил в Берлин, Паншер и город Грозный, тонул в подлодках, вылетал в туман. Я доводил порой, хоть было поздно, идеи всех главкомов до ума. Я начинал, когда вовсю пылало, и об успехе мог лишь доложить.
и состояние полного обрала. Вот жизни мой естественный режим и ощущение риска так знакомо, когда у прочих ладятся штаны. Но я боялся танков и парткомов гораздо меньше собственной жены. Мои закаты, мои рассветы, Чечня, Баку и Целина, и бам! Зима и осень, весна и лето, моя веселая военная судьба. Идет любая вещь на 3-4 из-под моей бестрепетной руки. Я мир оберегаю во всем мире, а также рынки, стройки и ларьки. Я был макушкой и спиной, и шеей, уж мир, пардон, имеем то, что есть. И пусть порой денег не имею, зато пока еще имею честь. Мои закаты, мои рассветы, боеготовность в дымовых клубах. Зима и осень, весна и лето, моя веселая военная судьба. Я был кокардой, каской и плюмажем, я ложкой был в позавчерашних щах. Я разгребал чернобыльскую сажу и белый дом то брал, то защищал. Придут к экранам новые мессии, и время вытрет наши имена. Я был таким же, как и ты, Россия. Я был таким же, как и ты, страна. Я был таким же, как и ты, Россия. Я был таким же, как и ты, страна. Мои закаты, мои рассветы, веселье праздников и грустная губа. Зима и осень, весна и лето, моя веселая военная судьба. Зима и осень, весна и лето, моя прекрасная военная судьба. С днём рождения! Ну, что такое левый пилот? Это мозг экипажа. Что такое штурман, дорогие друзья? Это глаза экипажа. Что такое радист, дорогие друзья? Это уши экипажа. Что такое техник? Это руки экипажа. А что такое правый пилот? Это член экипажа. Правильно, да? Я ничего не соврал. Мне посчастливилось провести день рождения Пугачёву. Замечательному человеку. Вот, и как бы, когда я готовился, я волновался ужасно. Вот, но начитался в интернете, значит, истории о жизни летчиков. Ну, песня не моя, но я должен ее спеть. Все-таки день рождения. Значит, дорогие друзья, прошу налить, у кого есть. Потому что вот у меня есть знакомый Валерий Геннадьевич Михлюков, вице-президент клуба «Чьи дети». Валерий Геннадьевич Михлюков в девичестве своем был офицером ПВО и летал на самолете МиГ-31, который был сделан умелыми руками советских рабочих на заводе Горького. Вот. И вот Валерий Геннадьевич мне все рассказывал, как он однажды, значит, самолет у него вот в таком положении и не переводился вот в такое. Значит, оказывается, у него там в бустере забыли отвертку техника. Вот. Но, значит, он его посадил все-таки, посадил, выпил стакан спирта, все было нормально. Да, то есть, хочу сказать тем, кто не часто летает на самолетах, особенно в качестве летчика, право или лево, не важно, что летать на наших самолетах, сделанных нашими рабочими, это отдельная песня. Понимаете? Поэтому я хочу спеть сейчас про летчиков такую серьезную секретную песню. Значит, внимание, дорогие летчики, помашите мне руками, кто летал на самолетах. Отлично. Кто сам летал? А, отлично. Сам летал, да? На этом самом. Значит, песня секретная, перед прощением сжечь. Припев поется хором. В припеве, кто хочет знать, что там в припеве, подойдите после концерта, я вам все расскажу. Ну, словами мои, музыка тоже украдена. Песня рассказывается о том, как большой самолет полетел от пункта А в пункт Б, по дороге его случайно сбили свои, но все остались живы. Все слова, которые говорил экипаж, при этом заменяют словом «тра-та-та», поскольку здесь мой ребенок Иван Михайлович, жена моя Екатерина Львов. Они, да, они идут все слово «тра-та-та». Крутится, вертится шар голубой, наш самолет отправляется в бой. Тра-та-та-та, бортмеханик сказал, тра-та-та-та, командир отвечал. Тра-та-та-та, бортмеханик сказал, тра-та-та-та, командир отвечал. Штурман заснул средь бутылок пустых, мы в облаках заблудились густых. Тра-та-та-та, командир очень злой, тра-та-та-та, полетели домой.
Тут к нам в кабину борттехник бежал. Братцы родные, трата нам настал. Чья-то ракета за нами летит. Тра-та-та-та, командир говорит. В общем, их сбили. Прямо с небес тратахнулись во враг. Кто нас подбили, свои или враг? Наша ракета и наш самолет. И, как оказалось, знакомый пилот. На белый свет экипаж вылезал. Каждый при этом тра-да-да сказал. Лишь командир в это время молчал. Воздуху в легкие он набирал. Эх, убираем мы их. Речь командира, поем все вместе. 3-4. Тра-т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 а. Тра-та-та-та-та-та-та-та-та. И когда лыжники поют. Тра-та-та-та-та-та-та. Вашу мать, больше не буду я с вами летать. Тра-та-та-та-та-та-та. Вашу мать, больше не буду я с вами летать. Все, Вадик, спасибо. Аплодисменты летчикам. Ну, дорогие друзья, собственно говоря, я думаю, что весь концерт мы посвящаем нашим новорожденным сегодня, Евгению Михайловичу, его друзьям. Вот, но поскольку концерт все-таки называется «Лето», «Лето», и я волновался, и я написал сегодня даже специально для вас что-то новое, хочется попробовать, а вдруг понравится Екатерине Львовне, жене моей. Аплодисменты ей, пожалуйста. Вадик, сейчас будет блюз, Вадик. Вот и все, наступила весна, ходят в юбках коротких мамаши, улыбаются, встав ото сна, все узбекские дворники наши. Их морозы уже не гнетут, их Ташкент с Самаркандом тревожит. И вот-вот, вот-вот зацветут нам сирени, ландыши тоже. Гитарку больше сделаю. Наконец наступила весна. Девушки сняли штаны, и вожделения мужчинского сна стали открыто видны. В небе густом самолетик жужжит, хочет под лес улететь, и по лесам пляшут ежи. Эй, выходи, медведь. Можно хлопать. Рокеры дилят, идут не спеша, словно в индийском кино. Не торопясь, да вот так прям. Жизнь удивительна и хороша. Бабки с коля все равно. Я же ловлю колебания души. Музы флюиды ловлю. Ну-ка, сказал мне Господь, напиши этот сиреневый блюз. Расцвела сирень повсюду, грея душу ароматом. Я, ребята, гадом буду, но не буду ругаться матом. Солнце в небе, травка в поле, ветер бродит в голове. Расцвела сирень на воле в людном городе Москве. Я попрошу, дорогие мои, просто закройте глаза. Сколько сирени прожить предстоит, вряд ли кто сможет сказать. И не вернуть пройденный день буквы рассыпанных фраз. Этого года эта сирень будет цвести только раз. Расцвела сирень повсюду, хлопаем. Грея душу ароматом, я, ребята, гадом буду, но не буду больше матом. Солнце в небе, травка в поле, ветер бродит в голове. Рассылай
людном городе Москве, в людном городе Москве, в людном городе Москве. Ну что, примеры песни? Отлично. Ничего? Нормально. Нормально, да? Дорогие мои друзья, ну, а, конечно, Вадик, вот гитару, если можно сделать, потому что я не слышу, к сожалению, себя. Гитару, очень громко. Очень громко, да? А тогда давайте потише сделаем. Потому что, если можно, тогда на этот самый, на подзвучку добавить немножко. То я не слышу и все время волнуюсь. Ну, а вообще, конечно, лето — это маленькая жизнь. Спасибо Олегу Григорьевичу, который охранял нашу часть, между прочим, с 82 по 85 год, вот, когда я в ней служил, на улице Свободы. Спасибо ему, действительно, лето – это маленькая жизнь. И она у нас, дорогие друзья, только сейчас начинается. И никакие дефолты, кризисы, никакие ММВБ, и ни к столу будет сказано Саакашвили, не помешают российским гражданам почувствовать всю радость дачного сезона. Всю прелесть пробок на Ярославском шоссе и последующих травяных возлежаний с пивом во рту и с любимой женой на плече. И никакие гады нам не помогут, не помешают, прошу прощения, приехать в наше любимое место Терскол. Не слышу криков. Вот. И все это вместе. И Грушинский фестиваль, на который я вас приглашаю, потому что в этом году опять мы там будем вместе, опять мы будем петь наши любимые песни. Там будет отдельная военная сцена с 3, 4, 5 июля, кому позволит здоровье, деньги и время. И фестиваль в Коломенском 12, 13, 14 июня в парке Коломенское, тоже наше лето. И Прельбрусье, где мы собираемся провести в этом году свою собственную маленькую Эльбрусиаду, куда мы вас приглашаем в конце июля. И поездка на Ахтубу, где мы тоже хотим съездить вместе на машинах. Замечательное место, которое вам известно. Вот. И все это лето. И поэтому я сейчас хочу вместе с вами почувствовать запах морского прибоя. Оно залечивает раны и дарит золотистый цвет, и аромат звезды экрана, а не окурка сигарет. Водой теплой, без остатка, твои печали растворит, а горизонт линейкой гладкой любой раскроет лабиринт. Последний шаг перед вершиной и взгляд на мир из-под небес, и Подмосковье, и кровь дышины, и шелестящий тихо лес, речной песок на коже гладкой, и рыбы, и всплески на воде, костер и мокрая палатка, и уходящий в сопки день. И эти горы, куда поднялись высоко, и это море, куда нырнули глубоко и в разговоре, души сиреневый покой, что нашим бедам дает ответы и состояние надежды, веры и любви сквозь расстояние. Меня ты взглядом позови, все эти ноты и слова, все это вместе зовется лето. Медуз хрустальных колокольца в воде устроит благовест по нашим душам богомольцам, охочим к перемене мест. Любые догмы переспорит негромким шепотом прибой. Леса и горы, степи, море, а вместе это мы с тобой, а вместе это мы с тобой. Хлопаем. И эти горы, куда поднялись, и это море, куда нырнули глубоко и в разговоре, души сиреневый покой, что нашим бедам дает ответы и состояние надежды, веры и любви сквозь расстояние. Меня ты взглядом позови, все эти ноты и слова, все это вместе зовется летом, зовется летом, зовется летом.
это и наступило. И дальше я хочу сразу вместе с вами перенестись в замечательное место, потрясающее, куда совершенно не нужно брать дорогущих билетов, куда не нужно брать с собой массу замечательных вещей, которые нам усложняют жизнь. Там просто песок, там просто вода, просто огромное небо, от края до края. Там нет ни одного троллейбуса, слава богу. Там нет ни одного автобуса, там нет никаких ментов, не хотел бы сказано. Зато там есть грунтовые замечательные дороги, по которым черт из два проедешь, если пройдет дождь, тем более. Вот. И особенно здорово, когда мы с Сашей Сорокиным плыли на его катере по реке Ахтубе, а сзади, за нами, летела радуга, наша собственная маленькая радуга, представляете, как здорово, которую мы делали своим двигателем. Вот брызги из-под двигателя. И как-то так падало солнце, что радуга была наша, маленькая. Мы это видели только мы. Вот. Ахтуба. Кто был в Ахтубе хоть раз, ребята? Были, да? Я искренне всем желаю туда съездить хотя бы раз в жизни. Это потрясающее место. Это бездна воды. Это огромное небо синее. Это потрясающие помидоры, между прочим. Нигде в жизни такого я не видел. Да, и песня про Ахтубу, про лето. Вадик, а подзвучку мне можно чуть добавить? Вот, если можно, если там... Подзвучку, в зал не надо. Ага, спасибо. Солнце, песок и вода. Наши счастливые души. Плыть и стоять и лететь. Будут, наверное, всегда. Можно потрогать рукой. И не придумаешь лучше этих прекрасных вещей. Солнце, песок и вода. Бог, он, товарищи, есть в наших растрепанных душах, видящих небо простор, слышащих звуки реки. Жизни корявая жесть, их не сумела докушать. Жизни корявая жесть пообломала клыки, а над кормою радуга летит за нашим катером, стирая теплым воздухом морщины с наших лиц. Идем с хорошей скоростью по своему фарватеру, где берега зеленые и небо без границ. Мы заберемся в дела в силу известной привычки. Свежего ветра печать хрустнет легко, как слюда. Но пусть улетает душа маленькой певчей птичкой в мире, где вечно живут солнце, песок и вода. След твой исчезнет в пыли, за поворотами будем. Все мы пришли и уйдем, знаешь, наверное, куда. Но то, что увидеть смогли, значит, мы все-таки люди. Вечность за братьев твоих, солнце, песок и вода. А над кормою радуга летит за нашим катером. Хлопаем, стирая теплым воздухом морщины с наших лиц. Идем с хорошей скоростью по своему фарватеру, где берега зеленые и небо без границ. Идем с хорошей скоростью по своему фарватеру, где берега зеленые и небо без границ. Спасибо. И небо без границ, и небо без границ. Спасибо. Ахтуба. Forever. Ну, а я вижу Юру Воронина, я вижу Сережа, привет. Я очень рад, что пришли горнолыжники. Наше лето, оно действительно как маленькая жизнь. 9 раз Господь меня пускал на Эльбрус.
И надеюсь, что в этом году пустят 10-й. Я вас тоже всех туда искренне приглашаю, потому что там, это, во-первых, наша родина, это наша земля. Там нас любят, там нас ждут, несмотря на все проблемы. Несмотря на то, что проезжаем указатель Буденновск 143 километра, Грозный 258 километров. Люди выходят, фотографируются с этим делом. Вот. Но Эльбрус – это часть моей жизни, часть нашей жизни. И я искренне рад, что пришли горнолыжники и сноубордисты, да? В основном сноубордисты. Да. Да. Вот. Ну, у меня написано какое-то количество песен на горных лыжах. Ко мне подошел один мужчина и говорит, слушай, говорит, вот ты все время прочидет. У меня на работе висит большой календарь, от которого я отрезал уже даты давно. Там изображено пространство примерно от Азау до самого верха. И вот канатная станция Кругозор, канатная станция Мир. Вот такая маленькая, вот такая, например, сантиметр. А возле нее там снег, черненькие тучи. Я долго всматривался. Это я. Да. Нет, ну, это вот люди. И вот когда мне совсем фигово становится, я смотрю на эти тучести и думаю, наверное, вот это я. Я сразу вспоминаю своих друзей, своих знакомых, я сразу вспоминаю мужчину по имени Банзай, который отвоевал 3 года в Афгане, подорвался на мине, ГАЗ-66, остался живой только один он из 15 человек. И когда он выходил со станции «Мир» вниз по лесенке, в составе группы 28 человек, он шел в середине. Сверху упала куча снега, его засыпало одного. Все остальные не царапины. Мы его откопали, все нормально. Да. При Эльбрусе. Чертовщина. Причем я рабин, причем все на свету, причем все совершенно спокойно, все улыбаются, но это есть. И вот. Да, Гена Гречков мне это сказал, вы его должны знать. Он чемпион России по Могулу. Все гляжу на Эльбрус из московской квартиры на красивый плакат с бахромой по краям, там, где жизни лежат все мои ориентиры, и платочками машут с Канадки друзья. Где контами сдавал я на прочность экзамен, на красивых полях снегового листа, где Европа лежит у тебя под ногами. И известно, что жизнь нет, не зря прожита. Где сияет Тунгус при хорошей погоде, а погоды в горах не бывает плохой, где созвездия живут всех прекрасных мелодий, где созвучья блестят всех прекрасных стихов, где часы как года, как недели, минуты, и желанными быть гости не устают, и ночная звезда над сгоревшим приютом освещает всю жизнь. И квартиру мою я себя отыщу черной точкой на склоне возле станции «Мир», среди друзей и подруг постою у окна, покурю на балконе. Все у нас хорошо, все нормально, мой друг. Постою у окна, покурю на балконе. Все у нас же впереди, все на месте, мой друг. Ах, ну какой же разноцветный и отважный, в себе уверенный и симпатичный я. Лечу красиво по поверхности бумажной, за край плаката, на границу бытия. Лечу красиво по поверхности бумажной, за край плаката, на границу бытия. На границу бытия. Я, das ist fantastisch.
Вот, а я вспомнил, приходит горнолыжник домой, жена его встречает, говорит, слушай, ну сколько можно, ну где ты был? Где ты был, зараза? Я на лыжах катался. Ну для чего от тебя водкой пахнет? Ты что хочешь, чтобы от меня лыжами, что ли, пахло? Вот, там масса всяких историй происходит. Я вспоминаю, как на одном из концертов предложил своим боевым товарищам, значит, давайте вот конкурс на лучший рассказ на переднем сиденье. Это было в, да, 30 июня, если у вас будет время, в музее Маяковского будет мой день рождения. Мне исполняется тоже 50 лет, в общем, как нормальным всем людям в этой стране, 50 лет исполняется в этом году. Да, значит, если у вас будет время, приходите в музей Маяковского 30 июня. Не, это вторник. Да, и вот сидит мужчина, да, я говорю, дорогие друзья, давайте вот самая крутая история о горных лыжах. Ну, я рассказал, как я сдуру, но не по пьяни. Не по пьяни, Екатерина Львовна. Алкоголь яд. Товарищи, я хотел вам сказать, вот назабыл все время. Я все время забываю. Товарищи, алкоголь яд. Да. Вот. Значит, я говорю, вот я рассказал вам, как я себе разрезал ногу на выкате, на слонах. Возле слонов, перед трубой, перед миром. Ну, знаете, да? Там поехал задом наперед, упал, ногу разрезал сильно, зашил нитками прямо на горе. И потом там мазал йодом, стриптоцидом заливал. Все нормально. Вот. Я это все рассказал. О, да. Крутой чувак, Саша. Сидел дедушка на первом ряду и спал все первое отделение. И мне было так ужасно, я не знаю. Вот, спал. Потом он проснулся, зараза, и вышел и говорит, вот, значит. В общем, история была в Кировске. В Кировске, как известно, снег лежит круглый год. Да. Ну, значит, этот мужчина, ну, горнолыжники и сноубордисты, они каждый день что-то празднуют. Там день рождения правые лыжи, левые лыжи, там, каждый винтик, там, каждый все это. Нужно все это обмыть, естественно, иначе плохо кататься будет. Вот. И вот после очередного празднества, значит, вышли они на гору, вышел он на гору. Вот. А еще одна, значит, правильный лыжник облезло не брит, выглядит он зверовато. Он на горе почти не говорит, а говорит только матом. Вот. Утром горнолыжник должен быть злой. У него ничего не работает, ноги не гнутся, в голове жужжит. Вот. У него одна мысль, чтобы сломать бы эти лыжики в Ленифене и пойти выпить еще с друзьями. Вот. Он вышел на гору, встал, ему захотелось, слава богу, по-маленькому. Он смотрит, посередине горы стоит некий зеленый домик. Он устремился к этому домику. А поскольку утро, холодно, его разнесло. Он в этот домик хабах, домик постоял, подумал, упал. А у него такой уклон, ну знаете, на домиках всегда есть, чтобы скатывалась вода не внутрь на человека, а в ней. Упал домик, значит, вот. А у мужчины, поскольку с подунища у него, значит, там это самое, гироскопы все там треснули, он, значит, схватился за домик руками, ножки подогнул, вот так вот, и едет на домике. С тихим хрустом. Вот, едет народ вокруг, народ вокруг, а домик едет, знаете, домик едет, вот, ничего с ним не происходит, всем хорошо, народ хохочет, значит, вниз съехал, народ подъехал, там, ну, развлекуха, все. Ребята, это только начало, теперь самое главное, мужик слез с домика, нацепил лыжи, тут домик открывается, и оттуда вылезает второй мужик. И тебе нет, да? Ой, бля, я думал, у меня крыша поехала. Извините, из песни слова не вытянешь. Вот. Дальше концерт был испорчен, потому что я не мог ни петь, ни говорить ничего, потому что это все. Это выдумать невозможно. Это можно только пережить. Я всегда считал, что жизнь гораздо интереснее, чем все, что про нее придумали. Все Акунины вместе взятыми с Маринами. Да. А вообще, да, вот это нас. Горные лыжи, все, что с ними связано. Я, Вадик, вот я себя плохо слышу, к сожалению, из этого. Если можно, под звучку добавить. Я, ну ладно, не будем добавить. А вообще я родом из вообще безродной космополитии. Я родился в Славгороде Алтайского края. Потом мы поехали в Питер, папа учился в Академии имени Можайского. Вот. А потом после Можайки, да. Можайка. Можайка forever. Да. А потом после Можайки, поскольку у нас было слабое здоровье, вот, мы поехали
город Симферополь, 28. 18 километров от Симферополя. Замечательное место под названием Школьное. Чистое поле, продуваемое ветрами со всех сторон. Там ветер дует 385 дней в году. Вот. И я считаю, что Крым – это моя родина. Хотя, к сожалению, туда уже попасть невозможно. Это Крым, это запах горячего мяса и море, это шум кипарисов и ласковый солнечный свет. И на свете ни злости, ни смерти, ни боль, ничего больше нет, ничего уже нет. Это Крым, это желтая жесткая створка рапаны, это света столбы, это красная крабья клешня, это ягодки зила, раздавленных красные раны. Этот мир для меня, этот мир для меня. И опять приснилось мне, мы живем в одной стране, мы летим, как стая птиц, без таможенных границ. И от кушки до Курил алым пламенем горим, и для каждого открыт сладкий мир с названием Крым. Это солнце и море твое бесконечных размеров, это счастье простого, бездонный мешок и проснувшаяся моя сладкая детская вера в то, что будет всегда нам с тобой хорошо. И опять приснилось мне, мы живем в одной стране, мы летим, как стая птиц, без таможенных границ. И от Кушки до Курил алым пламенем горим, и для каждого открыт сладкий мир с названием Крым. Сладкий мир с названием Крым. Ну, извините, вот реклама. Записалась кассета, диск, который называется «Лето». Вот я ее притащил сюда, и в перерыве можно будет как-то ее... Естественно, Жень, естественно, что новорожденным подарим, как положено. Вот, а, знаете, прервать свое выступление, закончить, так сказать, первое деление, я хочу песни, которая... Ну, вот южный я человек, наверное. Хотя я на лыжах научился, на горных. Нет, не научился, я всю жизнь был учебником. Вот у меня старшая дочь, она со мной не ездит. Она папа, слушай, отойди, а у тебя ноги в раскоряку. Ты как палка стоишь, ноги у тебя не согнуты, колени не согнуты. Уйди, вот так катайся. Я тут с ребятами, а то ты мне все портишь. Вот, да. Вы знаете, нам повезло, Жень, нам с тобой повезло, потому что мы жили в стране, в которой все друг о друге заботились. Я был октябренком, пионером, комсомольцем, коммунистом. Не важно, как это называется, важно, что меня все время окружали люди, которые нас хотели сделать лучше, искренне. И им это удалось, мне кажется, искренне удалось. Потому что вот то, что мы можем, не все могут, люди, которые сейчас им... Не посчастливилось жить вот в это ужасное тяжелое время. Но мы можем что-то сделать, мы можем их привести с собой на Грушинский фестиваль, мы можем их привести с собой в Артубу, мы можем им показать, я искренне надеюсь, что мои друзья со мной съездят под Москву, 200 километров всего, под город Ржев, где еще одни мои друзья копают сейчас, копают. За лето в прошлом году они выкопали 665 человек, у 40 были только жетоны. А у 10 человек у них были только у 10 человек было, их опознали. Вот. И тоже, знаете, это тоже
вот, наше все. И от этого жизнь становится больше. Ёлки-палки, я извиняюсь. Я отвлекся. Да. Я все-таки об этом спою. Вы меня простите. Меня это очень как-то тронуло, когда я в прошлом году, на второй день после своего дня рождения, поехал, откопали мы 3 человека. Миноискатель такой необычный немножко. Вот, трава, поле, высокая трава. На такси я туда приехал. Сначала на электричке, потом на автобусе, потом на такси. Меня привезли, никого нет. Трава, дождик моросит. И пацаны ходят, копают, ищут. Сначала вот на каску работает. На каску сработал, начинают копать, там лежит человек. Вот, и это отдельная жизнь. Вот для себя открывать каждый раз новое что-то такое удивительное, интересное. Всегда интересно. Ну, конечно, грех говорить приятно, но вот, ладно. Я с ними разговаривал, они мне рассказывали всякие вещи, которые там происходили. Значит, и вот в том числе, совсем недавно я прочитал историю, тоже такое эссе об этом деле, что вот людям, которые этим постоянно занимаются, они когда приезжают в это место, некоторым из них снятся пальцы, которые говорят, вот под этой березой я лежу, приходи и копай. Он приходит, копает и находит там что-то. То есть вот что-то такое, говорит, вот есть какая-то связь между нами. Приехали пацаны туда, совершенно, которые там и пьют, и курят, и все там, и колются. А вот если ты не придешь, не встанешь, то ты ничего не сделаешь. И получается, что дедушки, которые там закопаны, воспитывают своих правнуков через вот это все дело. Я извиняюсь, что такая тема, но я понимаю, что день рождения. Но все-таки вот это, мы из этого сделаны. У меня дедушка 29 июня где-то в Белоруссии, у тебя тоже родственники, видимо, там попали. У нас у всех, мы все руки подняли. Я поэтому спою вот эту песню. А он мне снился 3-й день, вернее, снился 3-ю ночь. Сперва я думал дребедень и отгонял видение прочь. Но в свете утренней зари плеснуло в душу кипяток. Он просто тихо говорил: ты откопай меня, сынок. Лопатка, фляга, вещмешок и 2 гранаты РГД, сосенки, ствол, карандашом. А рядом с ней мой юный дед, пропавший без вести войну, пробелом между страшных строк ко мне ладони протянул. Ты откопай меня, сынок. Мне Бог послал хороший день, и электричку, и такси, и взгляды сонные людей, которых было мало сил. И я как будто бы здесь жил, узнал окопчик под сосной, и все ночные миражи сплелись в видение одно. Из старой каски ржавый бок, а лезвие заскрежетал, и в руки мне подземный ток потек сквозь выцветший металл. И я увидел взрывы мин, и я услышал боя злость и диких трассеров огни, меня пронзившие насквозь. И замер ветер в вышине, и время свой прервало бег, и я почуял, как ко мне подходит сзади человек. Он тихо тронул за плечо, а повернуться я не смог. И налетело горячо: спаси Господь тебя, сынок. Поиски потерянной памяти, поиски потерянной жизни — очень непростое занятие, если это делать всерьез. Но страны расстеленной скатерти снова кровь пролитая брызнет. Выдержишь ли ты испытание? Сам себе ответь на вопрос. Сам себе ответь на вопрос.
А я бы хотел с вами спеть, если вы не возражаете. А, все-таки у нас день рождения, и лето, и поскольку я, как уже было сказано выше, пионер, октябрёнок, комсомолец и член партии, у нас больше всего, что воспитывали, коллективизм. Вот, поэтому для нас нет невыполнимых задач. Мы рождены, чтобы сказку сделать былью. Мы ее каждый день в обе руки. Сегодня, вчера, воскресенье мы делали сказку пылью, ребята. Если бы я вам мог рассказать, что мы делали одновременно. Мы возносились душою к небу, пронзали вселенную, и тут же одновременно личный состав сдавал физо. Потому что кто не сдаст, Серега, тому мало не покажется. Да. Это прикалывало. Братцы, я думаю, что вот правильно будет нам сейчас спеть вот что. Рядовой Великой Отечественной войны Булат Шалыч Акуджава. Слава, помните, наверное, да? Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови, не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не лови, не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа разлука, мы с тобой родня давно, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви, не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви, эх, не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа чужбина, жарко обнимала ты, да только не любила. В ласковые сети, постой, не лови, не везет мне в смерти, повезет в любви. В ласковые сети, постой, не лови, эх, не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, клясться на крови, не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, клясться на крови, не везет мне в смерти, повезет в любви. И хлопаем. Перестаньте, черти, клясться на крови, не везет мне в смерти, повезет в любви. Вот так. Ну что, наверное, надо закончить первое отделение. Екатерина Львовна, вы все кормите ребенка, да? И просто традиционно Екатерина Львовна, она выполняет функции продюсера, импрессарио, отца родного, матери родины, и одновременно она еще диски мои как-то вот у нее там все находится, да, распространяет. Вот, поэтому, значит, сейчас мы торжественно вручим новорожденным праздничные диски, да, Кать? Да? Они вот здесь в сумке, вот здесь, пожалуйста. Итак, внимание, внимание, леди и джентльмены. Мадам и месье, товарищи и товарищи. Нет, Катюш, я думаю, что будет правильно, если мы по очереди новорожденные. Начнем мы с дамы, естественно. Дорогие друзья, под ваши аплодисменты мы хотим подарить нашей очаровательной новорожденной диск под названием «Лето», в котором
вот эти песни сладкие все содержат. Аплодисменты, пожалуйста. Можно вас сюда? Чтобы вы сюда. Да-да-да. Спасибо. А что вы хлопать перестали? Смотрите, какая женщина красивая идет. Андрей, да? Вам. Все-таки мужчина, видимо, при колесах. Да? Автомобилист. Есть? Есть. Вот. Диск называется «Дорожный просвет». Вот, а там, действительно, Екатерина Львовна, куда вы убежали с дисками? А теперь мы хотим Евгению, вот его просить выйти сюда, и мы ему подарим военное что-то. Давайте военное, конечно. Есть военное. Есть военное, должен быть. Ты посмотри внимательно. Там был военный был там какой-то. Женя. У меня в рюкзаке он остался. Давай «Дорожный просвет». Давай. Нет, головы же не надо. Давай, вот, Жень. Да. С днем рождения. Дорогие друзья, я думаю, что 10 минут, второе отделение, значит, сделаем таким образом. Галыжи.